Еще один смертельный пожар произошел в Алькеевском районе. В селе Нижнее Бектимирово в загоревшемся частном доме погибла 94-летняя пенсионерка. Прибывших на место огнеборцев встретил 58-летний мужчина, который рассказал, что его мать осталась в доме. Спасти пожилую женщину не удалось. Ее тело обнаружили после ликвидации пожара при разборе сгоревших конструкций. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.